Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет дальше в проекте «Холостячка». А вы мне напишите, кто из холостяков вам нравится больше всего, кто больше подходит к Ксении Мишиной, кто, по вашему мнению, должен победить. Последний выпуск перед финалом. До конца проекта осталось только две серии. И в конце этой серии мы узнаем, кто же войдет в финал. Кто этих два финалиста? И немножко о самой серии. Парни покажут Ксении свою жизнь. Будут различные свидания, которые представлены на картинках. А также в финал войдут два победителя. Это Александр Эллерт. В этом никто не сомневался, потому что он ей очень нравится. И барабанная дробь. Алексей. Именно Алексей, потому что он надежный, спокойный. Евгений Контуненко тоже, конечно, надежный и спокойный, но он скучноват Ксении. А вы мне напишите, кто из холостяков вам нравится больше всего? Кто, по вашему мнению, больше подходит к Ксении Мишиной и должен победить? Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!